8 марта мужчины стремятся удивить нас с вами, дорогие женщины. Кто-то экзотическими растениями или оригинальной композицией, некоторые тюльпанами, нарциссами и, конечно же, розами. За яркие бутоны нашим рыцарям еще предстоит побороться, пробиться к прилавкам в огромных очередях, чтобы купить все самое лучшее. Напомним, телеканал ЗАБ-ТВ, торгово-промышленная палата и администрация города объявили конкурс. Мы очень ждали ваших поздравлений в стихах, но пойти путем настоящей романтики, суровой искренности и мужской смекалки, к сожалению, не удалось. Мэр города Александр Сапожников решил спасти ситуацию, приобрел весенний яркий сюрприз для читинских дам самостоятельно и отправился на улицы города, чтобы поздравить прекрасную половину человечества. К сожалению, получилось так, что ни одной заявки на конкурс так и не пришло. Вот как вы думаете, с чем это вообще связано? У нас что, такие стеснительные мужчины в Забайкалье, в Чите? Да нет, у нас очень много талантливых ребят и мужчин. Не знаю, почему так происходит. Ну, может, кто-то постеснялся, может, мало кто увидел этот конкурс. Хотя это было везде у нас, на всех пабликах, в инстаграмах, в контактах размещено. Также мы попросили наших ребят-блогеров размещать. Очень информационно, это очень много было информации. Все-таки вы выход нашли из этой ситуации. Да. Вот сейчас мы с вами вместе в приятной обстановке едем радовать женщин столицы края. Расскажите, вот, что мы с вами сейчас будем делать? Мы с вами сейчас проедем по городу, остановимся. И вот где женщины есть, поздравим. Женщин подарим под цветочки. Пожелаем удачи, здоровья, все самое наилучшее. Решили так сделать. Улыбки, объятия, поцелуи и, конечно, слова благодарности. Реакция женщин оказалась очень непредсказуемой. Кто-то просто говорил спасибо, некоторые хлопали в ладоши и смеялись от радости. Позвольте вас поздравить с наступающим женским днем 8 марта. Пожелать вам здоровья и удачи. Спасибо, я вас узнала всех. Узнала. Большое спасибо. Будьте внимательны к людям. И все будет хорошо. Скажите, каково это вообще вот получить цветы в этот вот? Да вы что? Я иду, вот иду платить за ЖКХ, я думаю, так. И даже не ожидала. Большое спасибо. 80 лет исполнилось мне. Так что да я вы хочу. Что? Да. А вы такая у нас красивая. Да, давай. Не говорите. Ну, это вам с праздничком. Ага, спасибо. С праздничком. Здоровья, спасибо. Удачи. Ага. Спасибо, все сама напросилась, потому что дарить некому. Позвольте вас поздравить с праздником 8 марта. Спасибо большое. Вам по цветочку все получит. Спасибо большое. Спасибо. Девушки, спасибо. Как ощущение, когда вам глава города цветы вручает? Это очень хорошо, это просто превосходно. А можно вас на минуточку? Эмоции переполняют. Мало того, что это наш день, это еще и в два раза больше наш день, потому что сам глава города нас поздравляет. И всех девушек поздравляем тоже с 8 марта. Пусть всех желаем любви. Пусть всех ждут такие приятные сюрпризы. А жена не заругается? Вы хотя бы знаете, кто мы? Нет. Мы актрисы Забайкальского краевого драматического театра. Все, хорошо. Так что мы попали вообще в прямом строю. Профессионально. Спасибо. Спасибо большое. Здравия желаю, девушки. С праздником вас. С 8 марта. Позвольте вас поздравить. Два цветочка нехорошо. Я вам один подарю. С праздничком вас. Вы, наверное, на обед, да? Вам спасибо. Посмотрите, у меня сегодня такой удачный день. Это здравствуйте. Надо хоть обняться. Это мы вместе служили. Да, видите как? Тут коллег встретил судака, и свою сослуживца вам. Да с праздником, да? Спасибо. С наступающим праздником, 8 марта. Да вы что? А кто, где бабушка? Да вот. Вы разве бабушка? Да 80. Вы как красавица. 80 апреля будет. Да вы что? Да. А вам не даже. Спасибо. Чего мы успели? Успели. Александр Михайлович, позвольте вас тоже поздравить с наступающим праздником, пожелать вам удачи и здоровья. Телеканал ЗАБ-ТВ также присоединяется ко всем вышесказанным словам и просто требует, чтобы каждая женщина посвятила этот праздник и предстоящие выходные в первую очередь себе любимой. А вам, дорогие мужчины, небольшой совет. В следующий раз не стесняйтесь и обязательно участвуйте в конкурсах, чтобы мэр города не дарил прекрасной половине человечества цветы за вас. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, ЗАБ-ТВ.